Женщина сложной двойней требует с врачей 500 000 рублей. Алена Авдеева подала в суд на медиков Миасской и Карабашской больниц. Дама подозревает, что ее дети могли погибнуть по вине врачей. КТГ сердцебиение ребенка сделали. Сказали, что КТГ ребенка слабое, плод не прощупывается. Первая версия у меня вообще была, что детей убили и от меня скрыли. Во время кесарева что-нибудь пошло не так. Однако врачи настаивают, что никакой беременности не было. Якобы у женщины развилась киста, поэтому и вырос живот. В Минздраве подозревают, что Авдеева сама подделала результаты УЗИ. Наблюдалась она нерегулярно, поэтому данных о том, что беременность как-то у нее развивается, точных нет. Разбираться в том, почему Авдеева легла на операцию с уверенностью в том, что она беременна, а очнулась без детей, теперь будет Фемида. Первое заседание пройдет в Миасском городском суде 28 апреля.